принесли наконец-то еду. Вот у нас что-то одно, вот у нас что-то другое. Я думаю, что я вот это имел в виду. Вот здесь видно явно куски вот этого сыра, беленькие. И хлеб, две лепешечки. Он аж горячий, просто, ну, молодцы, как бы, ребята старались. Эта штука тоже горячая. Видно здесь вот этот белый, это сыр. Сверху какая-то подлива и овощи. Хлеб именно нужен для вот этой подливки. Ну, нормальная тема. Здесь у нас горох. И тоже есть сыр, по сути. Но сыр то ли дорогой, то ли что. Ложь, мало кусочков. Я когда в барчике был, всего было 3 или 4 кусочка сыра на такую большую тарелку. И хлеб, когда поднимаешь, у него аж пар идет. Сейчас будем кушать и расскажем, что на вкус, как бы. Ну вот, еще и пиво заказал такое. Пиво оказалось, значит, в баре на море стоит 110 рупий, 650 миллилитров. А это пиво в два раза меньше, 330 миллилитров, 50 рупий. То есть получается 50 плюс 50 равно 100 рупий, 10 рупий экономии и на 10 миллилитров больше. Плюс в бутылочке. Постоянно холодное, лучше брать маленькие бутылочки, если оно еще дешевле выходит. Что немножко абсурдно, как по мне. Чем одну большую. Так, значит, все-таки взял я этот сыр, вот эта тарелочка. Я думаю, что видно должно быть. После тут свет такой не сильно яркий. Внутри, значит, у нас вот подлива. Вот беленькая, попробую, что это. Это овощи. Они остренькие. Но так как мы просили делать не остренькое, я даже боюсь представить, какое остренькое, потому что от этого уже печет во рту. Вот это белое, скорее всего, это сметана или какой-то местный йогурт. То, что муслим любит покупать. Вот это вот большое, это сыр. Это, собственно, ради которого мы и бродили туда-сюда. Внутри видно, он такой. Ну, молочный продукт обычный. То есть, как бы. Но сама подлива вот эта очень прикольная. А сыр это, видимо, как бонус. Даже не знаю, на что это похоже. На какой-то, блин, соус, что ли. Такой густой. Тушеные овощи, короче. И очень острые. Если вы говорите не острые, это значит, что вам принесут острые. Нужно говорить... Вообще, я не знаю, что нужно говорить. Может быть, 3 раза сказать или 7 раз вот это волшебное слово не острые. Not spicy. И тогда принесут, может быть, чуть-чуть острые. У них, по-моему, ну, то есть, как бы уже рука набита, они, чтобы не сбивать руку, постоянно делают, чтобы им не сказали. Одинаково острое все. Ну, прикольно. Попробую второй. Кстати, удивительно, везде тарелки такие, как будто бы из камня, ну, внешне такое на ощупь. Ну, на самом деле, какая-то керамика толстая. Такие интересные, необычные тарелки. Во втором куски сыра поменьше немножко. Но соус, я, честно говоря, подозреваю по цвету, соус очень похож, здесь еще горошек. Ну нет, на вкус другой. Вот этот, это блюдо сильно отличается, оно похоже на картофельный. Ну, типа на тушеную картошку. То есть, возможно, это на блендере картошку и взбили, и с горошком подают. Сыр, малюсенькие кусочки такие, вот я весь переколопуцаю его. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кусочков этого сыра. И то вот эти вот 7, они вот такие малюсенькие-малюсенькие. А там я вот 4 нашел побольше. Но он стоит на 10 рупий дороже. Может быть, они как-то это учли все. Вся консистенция одинаковая, он идет коричневый. Я подозреваю, что это картошка с горохом, как бы. И масло, вот это рыженькое в нем масло. Ну, непонятно, видно на камеру или нет. Сыр такой же. Лепеха. Лепеху нам принесли, была горячая, но пока мы все пофоткали, как это обычно. Лепеха это как настоящий лаваш, который только что вот сделали и прямо с этого с тандыра сняли. Очень вкусная и, если честно, я бы такую бы брал бы себе даже, ну, вместо того хлеба, что мы берем, брал бы такой, потому что, возможно, это даже бездрожжевой, ну и приятно на вкус. Хотя, наверное, потом, когда будет резиновый, если он остынет. Всем хорошего вечера, мы продолжаем кушать, увидимся завтра. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Ну и пока-пока. У нас вышло, значит, меню 340. Это значит, что, в принципе, дешево и сердито. Как обычно, чеки здесь выписывают вручную, но сверху есть какая-то отрывная часть. Вот я вижу, 1.9 там пропечатано. Такая засаленная книжечка. Сверху написано, короче, там, 1 кадай, потом следующий мутор панир. Кстати, хороший еще почерк, даже я могу понять, что написано.
чапати или еще что-то, две штуки, масала чай 20 и Kingfisher пиво 50. Расписал все, довольно-таки даже название до конца дописал, вообще у него почерк просто идеальный. Таким образом, я насидел за эту посиделку на 130 плюс 10 плюс 50, это 190. Ну, короче, дадим ему 200, раз он такой молодец, и не будем париться. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас остаться.